Цель круглого стола, на наш взгляд, очень актуальна. Сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций российского казачества, передача их подрастающему поколению казаков, формирование у казачьей молодежи гражданско-патриотического сознания, гордости за своих славных предков, готовности к защите Родины. Цель обусловлена необходимостью подготовки монографии по истории и культуре казачества в соответствии с историко-культурным стандартом, в котором заложена базовая структура единого подхода к освещению славной и трагической истории Отечества. Одним из принципиальных требований научного исторического сообщества, заложенных в стандарте, является выработка сознательного оценочного отношения к историческим деятелям, процессам и явлениям. Отмечено, что это является важнейшей задачей преподавания истории в школе. Наряду с изучением политической истории, стандарт требует от педагогов уделять значительное внимание судьбам исторических личностей, в том числе простых граждан. Гораздо большего удельного веса заслуживает освещение проблем духовной и культурной жизни России. Учащиеся должны усвоить, что производство духовных и культурных ценностей не менее важная задача, чем другие виды человеческой деятельности.